32-летняя Настя Каменских проводит отпуск на берегу океана вместе со своим супругом, 38-летним Алексеем Потапенко. На курорте певица устроила горячую фотосессию в купальнике. Звезда выбрала стильный летний аутфит, легкое телесное платье с глубоким декольте и белоснежное бикини. Позируя перед фотографом, брюнетка продемонстрировала фигуру в лучших ракурсах. Поклонников восхитили новые снимки Каменских. Секси, воздушная, шикарная женщина, ты заслуживаешь счастья. Пусть твой мужчина всегда помнит об этом и носит тебя на руках. Потап, береги ее, прокомментировали пользователи Instagram. Настя также показала, как релаксирует на пляже. Исполнительница, дополнив образ стильными солнечными очками, с комфортом расположилась на белоснежном песке и любовалась волнами. Вместе с возлюбленным Каменских прогулялась по джунглям. Потап снял, как Настя осторожно пробирается среди экзотических растений. Каменских и Потапенко открыто делятся подробностями своей личной жизни. Недавно Настя рассказала, как сумела изменить мужа в постели. Пара призналась, что занимается сексом в аэропортах. Рэпер ревнует свою возлюбленную к другим мужчинам. Недавно артист заявил, что иногда Каменских слишком много целуется с коллегами на рабочих проектах.